45 плюс тысяч жителей, почти на 750 тысяч плюс квадратных метров, порядка 15 тысяч квартир, много школ, много садиков, дороги, спортивные сооружения. Это очень важно. Это целый город в городе. Речь идет об огромной территории к юго-западу от Стерлитамака. Сейчас на этом месте большой пустырь. Но совсем скоро здесь вырастет новый город. А точнее, город в городе. Нова. Так называется проект группы компании «Реком». Дома, школы, детские сады, спортивные объекты. За 15 лет 185 гектаров незастроенной территории превратится в один из самых развитых районов Стерлитамака. Здесь же планируется строительство лицея имени главы Республики Башкортостан. Лабораторный блок для занятий и опытов, мастерские, классы робототехники и 3D-печати, арт-зона, классы кулинариумы. Современный лицей будет рассчитан на 1200 учеников. Мы не хотим построить просто квадратные метры, мы не хотим построить просто спальный район, обеспечив его минимальным необходимым набором социальной инфраструктуры. А мы хотим построить самодостаточный, полноценный район, который станет новым местом притяжения и для жителей, и для гостей Стерлитамака. Жилые дома средней этажности, построенные по квартальному принципу. Высотные акценты до 25 этажей. Уникальные для региона урбан-виллы, индивидуальные жилые дома, дуплексы и таунхаусы. В застроенном районе появится разнообразная типология жилья. Человек с любым сценарием жизни, уровнем дохода и потребностями сможет подобрать для себя подходящее жилье. Жители нового района смогут отдохнуть или заняться спортом в зеленых зонах в парке. Сама территория имеет большой природный каркас оврага, почти в 30 гектаров. И, конечно, это является утяжелением проекта. Мы же его обыграем в уникальную особенность и сделаем на основе оврага парк городского значения. Также там мы расположим большой активный городской урбанизированный парк. На 10 гектарах у нас разместится огромный плей-хаб, многофункциональный кластер спортивных площадок. А на месте заросшего пруда появится благоустроенная набережная. Перспективный и долгосрочный проект, конечно же, заинтересовал многих предпринимателей и компаний. Презентация «Новый» собрала десятки бизнесменов не только сферы строительства, но и других направлений. Я уже присутствовала ранее на презентации «Новый» города в городе Нова. Была очень удивлена. И мне захотелось тоже приобрести уже коттедж в этом городе, в городе. А, «Реком» вообще большие молодцы. Вносит такое изменение в наш город, что хочется здесь жить, оставаться, никуда не уезжать из этого города. Я очень люблю наш город. И это круто, что будет город в городе Нова. Конечно же, то, что город в городе планируется такой шикарный большой проект образовываться, мы, конечно же, 100% будем являться поставщиками на эту стройку. Поэтому, естественно, нам все интересно, что как будет развиваться. Интересно, новые знакомства, может, какие-то появятся. Мы с группой компании «Реком» работаем с конца 2021 года. Нам этот проект очень нравится. Мы, как банк, видим в нем большую перспективу. И хотим с группой компании «Реком» продолжать двигаться дальше и участвовать в данном проекте в качестве основного партнера. У них очень большой проект, который большую площадь получили в городе, очень даже интересный будет. И про это будем рассказывать. Привлечение сюда людей в наш город для хорошего жилья. И также будет строиться завод. Интересно. Но увеличение, улучшение жилищных условий, инфраструктуры. Для реализации проекта «Нова» потребуется много партнеров. Строителей, проектировщиков, отделочников, специалистов по озеленению, благоустройству и строительству дорог. Реализовывать нам этот проект придется не одним. Группа компании «Реком» является оператором комплексного развития территории и заказчиком. А, естественно, нам нужны надежные, стабильные, компетентные партнеры, с кем мы будем строить и жилье, и социалку, и инженерную инфраструктуру, ну и так далее. Довольно серьезный объем. Для того, чтобы это выполнить, нам необходимы дополнительные подрядные организации к тем объемам, которые сейчас есть, это увеличится в 3 раза. То есть вот планы просто большие, и нам нужна помощь всего сообщества подрядчиков для того, чтобы это все воплотить. Застройка и благоустройство рассчитаны на 15 лет, поэтому как действующие специалисты, так и выпускники и студенты смогут найти себя в этом перспективном проекте.
Очень отрадно, что город развивается семимильными шагами в развитии строительства. Реком имеет свое видение развития города, и это очень радует. В этой связи строительный колледж и с Реком пытаются сейчас найти новые формы взаимодействия по организации практики и обучения студентов. Такие организации, как Реком, являются перспективным местом для трудоустройства наших выпускников. Компания Реком – это про развитие. Сотрудники стремятся улучшать город с каждым годом, делать жизнь населения комфортным, чтобы все было под рукой и в шаговой доступности, чтобы каждый мог найти работу и отдых по душе. Наши проекты, которые мы делали, сегодня являются лицом города, ну, например, там Парк Победы или ЗАГС, когда мы перепроектировали въезды, убрали пробки, когда мы делали первые в городе пешеходную зону. У нас город один, других у нас нету, мы должны его развивать, чтобы он был лучшим городом. И благодаря таким вот нашим проектам, ну, я думаю, города точно должно быть, не точно должно быть, а точно есть хорошее будущее. Застройка первых домов начнется в этом году.